Словно так повелось. Все не слава Богу, все не так, как у всех. То ночами маемся, то за светло бьем. Стороной взглянуть и смех, и грех. Стороной взглянуть и смех, и грех. Ой, мама, мама, больно мне. Ой, мама, мама, больно мне. На моей земле каждый в правде ослеп. Брат на брата прет, сын отца тянет плуг. На моей земле вместо голоса серп, вместо солнца дым, вместо воли хомут, вместо солнца дым, вместо воли хомут. Ой, мама, мама, больно мне. Мама, больно мне. Так за веком век ни кола, ни двора, от тюрьмы с ума на стыке эпох. Драки не поможем, но случись война, даст Бог победим, победим, даст Бог, даст Бог победим, победим, даст Бог. Ой, мама, мама, больно мне. Светлая Русь, в ноги поклонись, назови ее мать. Мы ж младенцы все, у нее на груди оксазонки. Щенки, нам ли мамку спасать, оксазонки? Щенки, нам ли мамку спасать? Ой, мама, мама, больно мне. Ой, мама, мама, больно мне. И на часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись, посмотри, что сумел, что сделал и кто. Это мура, что сумел, что сделал и кто. Это мура. Ой, мама, мама, больно мне. Ой, мама, мама, больно мне.
Как мне кажется, последние годы для рок-музыки стали годами баллад. Это есть этому какое-то объяснение? Все, уже не надо рвать вены, я не знаю, жилы, не надо грохота, крика, да? Ну, я не знаю по поводу рвать. Я знаю, что баллады всегда были близки моему сердцу. И вообще, как бы, я хочу говорить не так общо, а хочу говорить от лица Алисы. Мне сейчас действительно приятно заниматься достаточно камерной музыкой. Но это не значит, что на всем остальном я поставил крест. Скажи, пожалуйста, единственное, чем всегда гордилась наша рок-музыка, да, может быть, и не только наша, ну, не единственное, но, во всяком случае, одно из самых важных, это ее независимостью. И тем не менее, ты, человек, который, хотя потом и сдал, но получил официальную награду. Да, я получил награду и считаю, что я, в общем-то, ее заслужил. Ибо я честно был в то время. То есть речь идет о 91-м годе, кто не в курсе. Вот. Я честно был все эти ночи там, где собирались люди вокруг этого Белого дома. И шел я туда не защищать что-либо, а наоборот вопреки, против того строя, который опять, в общем-то, хотел завладеть нами. Не получилось. И поэтому я эту награду получил с удовольствием. Потом другое дело, что я ее вернул в прошлом году в связи с тем, что мне не нравились шаги того правительства, от которого я получил эту награду. Это был Константин Кинчев.